Вот видео сутыкнения. Его сняла камера регистратора автомобиля, который ехал услед. Удар был мощный. Водитель Форда, 23-годовая могилевчанка, у аварии загинула на месте. Ее пассажир отримал травмы, его шпитализовали. Потерпели у аварии так само водитель и пассажир автомобиля Citroen. Их так само забрали на машине худкой допомоги. У обставинах ДТЗ зараз разбираются следшие и эксперты.